Обязательный масочный режим в Новосибирской области продлили до конца лета, но разрешили артистам возобновить репетиции, а спортсменам тренировки в специально организованных для этого местах. По предложению коллег из профильных министерств и оперативного штаба разрешается занятие спортом в организованных группах в муниципальных и государственных учреждениях физкультуры и спорта. То есть, по сути дела, мы даем разрешение всем нашим спортсменам, взрослым и детям, кто занимается спортом серьезно, на постоянной и профессиональной основе, мы разрешаем возобновить тренировки на территории всех объектов муниципальной и государственной собственности. Повторю, детские спортивные секции могут возобновить работу. А в учреждениях культуры творческие коллективы могут приступить к репетициям, чтобы успеть подготовиться к новому театральному и музыкальному сезону. Но им нужно будет соблюдать ряд требований Роспотребнадзора. Социальную дистанцию, ношение масок и регулярную обработку помещений. Добавлю, что в торговых центрах по-прежнему закрыты фудкорты, кинотеатры и игровые зоны для детей.